Большое спасибо за приглашение. Было бы очень интересно сидеть со всеми коллегами и обсуждать вообще, какие ситуации, текущий момент. Направление одно, мы говорим о хорах, а одно проблема у каждого разному. Все равно вот эти моменты, они очень-очень важны, потому что можно собрать все вместе, можно поговорить, можно обсуждать. И когда есть вот эти конструктивные разговоры, всегда есть базы, как идти дальше вперед, и как это лучше потом все это сделать. Поэтому спасибо огромное за приглашение. Не только было интересно, было очень конструктивно. На самом деле я очень рад, что я присутствовал на этом мероприятии. Для меня, поскольку я вплотную связан с бизнесом ательеров и рестораторов, было очень приятно видеть людей, которые живут этим, которые болеют этим. И достаточно много полезных знакомств, которые могли бы перерасти в какие-то такие деловые отношения. Потому что здесь присутствовали люди, и занимающиеся большими проектами, и руководители сетей, и руководители конкретных отелей. Я думаю, что наше сотрудничество благодаря этой встрече будет полезно. Обмен мнения всегда он интересен, он позволяет как-то, может быть, заострить какие-то вопросы. Поэтому я очень доволен, что это произошло. Ресторанный бизнес, он очень специфический, и он в России очень живой, очень хорошо развивается. Мы живем в непростые времена, но они очень интересные, и когда ты прожил эти непростые времена, то ты готов к будущему. Поэтому вот полезные, интересные, и, наверное, надо повторить, чтобы можно было бы подольше общаться между участниками этого ужина, которые всегда хотят что-то высказать дополнительно, а мы чего очень часто им не даем. Тренды только положительные. Туризм растет, развивается, у нас есть государственная поддержка, у нас есть иностранные бренды, которые присутствуют на рынке, развиваются наши отечественные. И с позитивом смотрим в будущее. Спасибо еще раз «Коммерсанту». Таких мероприятий нам нужно больше.